Тренировочку надо ехать в лидер. Так что масочку до сих пор требует. Ну ничего. Вот, Ромарио 8899. Привет. Так что поеду в лидер на тренировку в спортивный комплекс. Со Славянска на Кубани. Сейчас жду товарища. Что-то он припаздывает. Ну, как-то так. Шафутинский, здорово, здорово. Похож на Шафутинского, наверное. Но уже не 3 сентября, блин. Да, у Шафутинского так борода. У меня тут что-то пятна какие-то. Раздражение. Фига себе. Ну это какой-то этот лишай, короче. Да. Я же мазался сегодня. Ну, пройдет ничего. Так что, дорогие друзья, так вот. 5 человек смотрите. Ну, смотрите. Погода у нас могу показать. Вот. Вот. Видите, какая? Кот мой сидит. Вот. Покажу сейчас. Гриша. Это Гриша, короче. Вот. Вот, смотрите. Гриша. Он реагирует. Че тут самый низ? Что? Как думающий Крым? Там мне без разницы, что хотите, думаю. Я ничего про него вообще не думаю. Я знаю, что он не мой. А там какой уже, чей он там? Чей хотите? Тут приходите, забирайтесь, сможете. Вот. Чей там? Я знаю, чья Аляска. Вот это я точно могу знать. Американская. Эскимосы там живут. Строительная бригада. Леонид. Сейчас приколю вас, смотрите. Строительная бригада. Кошка моя пришла. Строительная бригада, Леонид. Обращайтесь. Стопорите потом, если что. Котя пришла вон. Котя пришла. Котя хочет ее обижать, наверное, кто-то, да, Котя? А вот как думаешь, что я не интернета на молодежь? Ты что, прикалывался, я тебе что этот самый? Хочет в форточку залезть. Это. Я ж не социолог, оно мне не надо. Какое влияние на молодежь? Мне все равно. Почему тут опять? Я и социологические исследования. Мне все равно. Здравствуй, Котя. Привет. Влияние окошек на людей, вот я знаю, точно хорошее. О, кентяра мы едет, слышу. По шуму колес. Вот он, приехал. Ну просто твои мысли, какие, о чем общаться-то. Да я просто вышел, у меня это, я давно в перископе не был. Мои мысли надо, у меня второй тип диабета, короче, надо ехать на тренировку. Что я сейчас с превеликим удовольствием, дорогие друзья, сделаю. Сейчас, секундочку. Открою сумку. Так. Григорий, вот он лежит, смотрите. Григорий. Ну, я пошел, Гриша, ждите меня. Ой, блин, упал телефон на стул, слава богу. Вот мой друг сейчас. Ладно, буду заканчивать.